следующий участник под номером 33, Volvo Amazon P121, автомобиль 1966 года выпуска, Польша, город Белосток, за рулем Адам Михальский. А теперь курьезная история про название автомобиля Amazon. Название автомобиля на самом деле было Amazon, что отсылает нас к древнегреческой мифологии и к амазонкам. Ранний немецкий производитель мотоциклов Chrysler уже зарегистрировал это название, и две компании договорились, что Volvo может использовать его только в Швеции, изменить название экспортных моделей на Amazon. Итак, Адам Михальский награждается почетным дипломом участника фестиваля «Золотая семь Кенигсберга 2019». Под ваши бурные аплодисменты и овации. Ну а на очереди у нас участник под номером 68. Это наш с вами земляк Вячеслав Штанович.